Наджи... Ну, блядь, положил секретчика, встретил друида. Смизгут, реально, блядь. Заебали. Там не существует того, что скобочка. Там не может быть, не может не быть. Ничего. Блять, что еще нужно? Я не знаю. Жри говно, блять. Советую похавать. Долбоеб. Открытый лул. Дерево наебало? Ну, кстати, нормально, пойдет. Очень даже пойдет. Синг Дрэгон. Нормально, блядь. За работу, блядь. Переподрубка, да, переподрубка сегодня. Фафак. Гребень, блядь. Пошел. Симс интеллект. Интеллигентыч. Он же по-любому свайп будет давать, правильно? Поэтому есть смысл просто забрать у него этот свайп, лол. Спасибо. Красиво. Бах. На пиробласт еще, блядь. Алло, алло, прием. Изи. Изи. Положим и разъебем всех разом. Ага, мы, блядь, присты, роги, вары, друиды. Пытаемся выиграть ебучих магов, которые вертят вас, как не знаю кто. Направо раунд. Ладно, поплыл. Поплыл. Да, поплыл, блядь. Йоу, Медив, йоу, Харстон, друиды, вары заебали нон-стоп. Йоу-йоу. Йоу-йоу. ДЦП, блядь, 17-е IQ. ДЦП, блядь, на пиротваре играют. Пиротвар, блядь. Пиротвар. Жру говно, пиротвар. Миллион, 17 хромосом на варе, блядь. Извините, но вы горите. Бля, это просто бред. Я положил секретчика и не встречаю магов, и он мне не приходит против магов. Это как понимать вообще? ДЦП, что ты делаешь? Законченный ход. Вартирони, пепперони, блядь. Пойдут. Пойдут! Don't work my pro my Tarum Tarum Tarapam. Бля, главное, чтобы не было апгрейд вепона, вот что главное. Топ дех! Вот так. Блять, секрета теперь нет, валет. Блять, валет не активен, пиздец. Ёбаный ты штырь.
Дина, если кажется. У меня это минус 500. Спасибо. Короче, это к чему? Потому что я хочу играть ладдер и при этом стримить. А стримить на хайранге, ну, тяжело. Ну, в липомойку улетаю нахуй, чё. Нормально. Короче, без разницы. Anyway, ну, под конец будем трехардить уже. Трихард. Пожалуй, сыграют героика. Вау! Вот это плей, блядь, толстый. Чё ты творишь? Толстый, ты что творишь, блядь, жирный? Алло. Что творишь, толстый? Толстый майнгеймит. Не положусь, блядь. Пошел отсюда. Ха-ха! Хи-хи! Опа-на! Опачки! Опа! Энимен! Энимен! Не, больше спилов не буду, нет, нахуй. Попался. Мусорку, блядь. 17, блядь, 17 IQ вар на фейсваре. Нахуй отсюда. Mortal Streak'е. Аллилуйя, it's Rain Man. Отсюда пошел. Упс. 47-я хромосома победила, ух ты, ничего себе. Ну, типа вот даун играет на варе, блядь. Не в обиду, но если играешь на варе, конечно, винрейт не повысится, и ничего не повысится. Реально. На говне играть, конечно, блядь, все будет на одном месте. Анализировать нужно, блядь, игры записывать, играть на всех колодах, ну, понимать win condition, не знаю. Я каждый стрим говорю, что нужно. Все равно меня не слышат, не понимают, как-то объяснить. С чем связано непонимание. Давай пиратика своего ДТПшного. Очевидно, что у дауна пират за 3 маны бафующий всех. Ну, молодец. Что я могу с этим сделать? Ничего, правильно. Предотвратить это, к сожалению, я не могу. Никак. На всякий случай берсерка какого-нибудь убить. Фростболт нужен на пирата сейчас, которого он выставит. Он сделает трейд, пират, пинг. Останется только 3-3 на столе. Бля, что за пиздец? А, ну я хотя бы затрейдился, додумался затрейдиться, окей. Уже хоть что-то. Не устраивает, лучше 2-3 поставить. Просайклить деку быстрее, вольта, может, отойду на следующий ход. Впрочем, говном. А, ну надо Думгварда делать, что могу сказать. Пиздец, опять какой-то кал. Думгвард обязательно здесь что могу поделать, здесь других вариантов нет, иначе проигрываю. Ну, кстати, самые лучшие карты, еще портал бы, и портал бы Spellbender самый лучший вариант был бы выкинуть. Мне повезло. Меня никак не убивает, поэтому могу позволить себе зачистить Вистол, это важно. Типа на следующий ход что-то в виде брони кабалки, либо брони армора и пойдем. Работать. Ну, херострайк не хватает, поэтому уже говном. Повешу два секрета, чтобы каким-то херострайком не заснайпил хз. Хотя, если херострайк и мортал есть, он не убивает, правильно? Да, это ровно летал. Сосать долбоёб ебаный, блять. Пошел нахуй отсюда. Прикиньте, выиграет еще. Будет забавно. Бать, ты дикий, конечно. Он меня убивал бы, да. Классная колода, что могу сказать. На! Больно. Я не знаю, если я сейчас с хилом проиграю, выключу стрим. Пойду отдыхать, реально. Второй раз пойду отдыхать, реально. Ну, пиздец. Типа, невозможно проиграть эту игру, блядь. Столько хила, 12 хила, 8 армора, алло.
Ничего меня не убьет, типа, ну я не верю, что меня сейчас убьет. Пока. ДЦП.